Относительно тех, кто рядом с Назарбаевым ходит и миллиардами вытаскивает из страны, никакие процессы не формируются. И вся страна знает, что они миллиардеры. Но они не самостоятельные миллиардеры. Это капиталы самого Назарбаева. Они наработали себе так называемые богатства, но каждый из них не уверен в завтрашнем дне. Поэтому они быстро вывозят капиталы в Дубай или еще куда-то, там что-то покупают и сидят, ждут и трясутся, что Назарбаев еще в очередной раз выкинет. Потому что он предает не только весь свой народ, он предает все свое окружение. Он все время их держит в состоянии, что только подожди, неправильно себе одно неправильное слово сказал, и все, ты в тюрьме. У него жизнь и управление по системе компроматов. Он мне сам лично говорил, Назарбаев, слушай, подожди, да, вот, дай мне 10 дней, я на тебя компромат соберу, и тогда мы будем с тобой дружить. Я ему говорил, ну, слушайте, а зачем вам нужен компромат? Если ты дружишь, то дружи. А президент зачем компромат? Суды и так у него на крючке. Дал команду, наркотики подбросили, как вот одному из руководителей Алги подбросили, или там обвинили, что он торгует наркотиками, посадили в тюрьму. Суды подконтрольны. Поэтому, я говорю, странная дружба. Тут же можно любого посадить, можете просто так. Нет, он говорит, будет компромат, мы с тобой будем дружить, я буду знать, в случае чего я тебя возьму, посажу в тюрьму. Понимаете? Поэтому все окружение, она живет по принципу, знаете, известный там психологический опыт проводили. Вот клетка здесь овечка, а здесь вот волк. И овечка в конце концов умирает, худеет и умирает, да, от страха. Поэтому это его окружение находится в постоянном страхе.